Хотелось бы передать слово председателю Лазаревского отделения Союза армян России Тавадян Аркадию Арташесовичу. Добрый вечер, уважаемые армяне, наши любимые гости, кто пришел сегодня душой и сердцем посочувствовать нас тому горю, которое в душе у каждого из нас. Да, мы знаем, что геноцид – это зло, его допускать нельзя. Поэтому мы сегодня душой и сердцем хотим всему миру сказать, мы за мир, мы за то, что жили мирно, дружно. Мы старшее поколение это знаем и передаем вам. И я бы очень хотел, чтобы вы вели себя так достойно, чтобы вам не было стыдно перед вашими предками. Да Бог, пусть будет Бог всегда с вами. Спасибо. А сейчас передается слово депутату городского собрания Полежан Владимиру Местробовичу. Добрый вечер, дорогие соплеменники, уважаемые гости. Мы сегодня собрались перед памятной датой, которая будет 24 апреля. Армянский народ пережил трагические периоды геноцида, но он сохранил свою культуру, свой язык. В сегодняшний день армянский народ, как и многие другие, вносит огромный вклад в развитие человечества, государственности Российской Федерации. Армянский народ внес свой достойный вклад в годы Первой мировой войны и Второй мировой войны. В сегодняшний день наша молодежь, подрастающая молодежь, достойно себя ведет на всех мероприятиях. Мы сегодняшний день видим, что молодежь не безразлично относится к таким акциям памяти. Я надеюсь, что сегодня мы можем с гордостью сказать, что мы единое целое вместе с другими народами, и допускать в будущем такие варварские действия, как геноцид, не по отношению к армян, не по отношению к другой любой национальности допускать нельзя. Мы сегодняшний день с вами должны постоянно помнить этот варварский случай и ни в коем случае не допускать. Спасибо вам, что вы сегодняшний день смогли найти возможность в такую погоду прийти и проявить свою гражданскую позицию. Слово передается заместителю Союза армян России по линии молодежи Бородько Руслан Арамовичу. Здравствуйте, друзья! Мы с благодарностью обращаемся к государствам, членам ООН, международным организациям, ко всем людям доброй воли, независимо от национальной и религиозной принадлежности, консолидировать свои усилия для восстановления исторической справедливости и почтения памяти жертв геноцида армян. Мы выражаем единую волю армянской молодежи России в вопросе достижения всемирного признания геноцида армян, а также устранения последствий геноцида. Спасибо. Слово передается заместителю председателя общественной организации «Народная память» Папазян Виталию. Добрый вечер всем собравшимся. Спасибо, в первую очередь, что вы все сегодня, несмотря на погоду, собрались. Вот. Хотелось бы сказать, выразить слова благодарности всем тем организациям, тем городам, которые признали и признают по сей день геноцид армян, который имел место быть в Османской Турции в 1915 году. Это преступление было зверское против всего человечества, и об этом надо помнить и ни в коем случае не забывать. Мы выражаем признательность тем народам, структурам и лицам, которые нередко, подвергая себя опасности, оказывали разнообразную гуманитарную помощь, спасали множество армян, ставших перед опасностью полного уничтожения, создали безопасные и мирные условия для пережившего геноцид армянства, придав большой размах делу попечительства сирот и международному движению армянофильства.
Мы выражаем благодарность тем государствам, международным, религиозным и общественным организациям, которые имели политическую смелость признать и осудить геноцид армян как страшное преступление против человечества и сегодня продолжают предпринимать правовые шаги в этом направлении, а также предотвращать опасное проявление отрицания. Спасибо. Слово передается активистке молодежного движения Сочи Термовсесовой Татьяне Юрьевне. Добрый вечер, друзья. Огромное спасибо всем и каждому за то, что мы сейчас все здесь собрались. Мы призываем Турецкую Республику признать и осудить совершенный Османской империей геноцид армян, воззвав к памяти жертв этого ужасного преступления против человечества, стать лицом к лицу собственной истории и памяти, отказываясь от политики фальсификации и отрицая неопровержимые факты. Мы поддерживаем ту часть гражданского общества Турции, представители которой уже сегодня проявляют смелость в вопросе о признании геноцида армян наперекор официальной позиции властей. Мы выражаем надежду на то, что признание осуждения геноцида армян Турецкой Республикой станет важной исходной точкой для процесса исторического примирения армянского и турецкого народов. Слово передается Амирзанян Людмиле Самбатовне, активистке армянского молодежного движения. Я не свидетель геноцида, я не замучен был в песках. И может быть мне прах Камида тревожить незачем в стихах? Не видел я, как загоняли в церкви, сжигали в них безвинный мой народ. Не я стоял у турка под прицелом, не пил я в жажде из кровавых вод. Сын за отца, конечно, не ответчик. Как вождь народов верно говорил. Но кто тогда, скажите, кто ответит за тех, кто без креста и без могил? Лежат в земле прикладами добиты, и нет над ними плачущей стены. Вина змеи не в том, что ядовита, а в том, что убивала без вины. Псак Тер Хоринян, глава епархии Киха и Харберда. Наикян Хачатур, астроном, профессор колледжа Ефрат. Гигак Тер Карапетян, учитель, писатель, журналист. Арапян Врамшпух, общественно-политический деятель. Никогасян Ливон, священник, учитель. Срапян Онник, общественно-политический деятель. Закарян Мерсес, учитель, общественно-политический деятель. Шамликлян Милкон, общественный деятель. Зулумян Сидрак, врач. Гапулян Пагос, директор благотворительной организации. Кишишян Амаяк, врач, сотник 4-й Османской армии. Козыкян Горигин, публицист, редактор, общественно-политический деятель. Атар Макриян, юрист. Это имена невинно убиенных армян во время геноцида. Уважаемые друзья, вы сейчас услышали часть имен армянской интеллигенции, убитых во времена 1915 по 1923 год. И хотелось бы объявить общую минуту молчания.
сейчас важно жить в мире, да, вот в том, что вот многие армяне, да, нашли пристанище здесь, да, в России, вот, да. Что у многих сложилось здесь, да. Мы душой и сердцем благодарны русскому народу за то, что они под своим крылом защитили и дали уголок для того, чтобы как народ, как нация, чтобы не потерялась. А добавлю ко всему, еще сами видите, в каком райском уголке живут наши братья и сестры армяне. Армяне сами знаете, что это очень трудолюбивый народ, и он может на ровном месте, на макушке горы, построить дом, создать семью и сделать так, чтобы не было ему стыдно перед своими предками, перед друзьями, перед соседями, перед нашей любимой Россией. Теперь траурных митингов не будет. Будут приходить люди, будут цветы класть, свечи зажигать, поминать, душой и сердцем плакать, потому что это тот геноцид, который забыть ее нельзя. Это зло, которое сделано против человечества.